650 тысяч рублей. Такую компенсацию от государства получит бывший мэр города Дмитрий Попов. Сегодня Сургутский городской суд вынес вердикт по иску экс-градоначальника. Ему возместят потраченные средства на адвокатов и представителя. Тем же решением Попову отказано в выплате почти 24 миллионов рублей. Это, как утверждает бывший чиновник, его неполученная заработная плата за все годы, что он провел под следствием и в процессах. Суд согласился с позицией прокуратуры и посчитал, что Попов добровольно ушел в отставку и на момент предъявления обвинения был безработным. Экс-глава Сургута рассуждает иначе. Уволился, зная, что обвинения ему предъявятся дня на день. И дабы не бросать тень на город, на его имидж и инвестиционную привлекательность, написал соответствующее заявление. И действительно, 26 мая 2016-го Дмитрий Попов покинул свой пост, а уже на следующий день официально стал основным фигурантом в уголовном деле. Доказать суду, что чиновник стал безработным под воздействием сложившейся на тот момент ситуации, экс-мэру не удалось. 25 числа постановление о признании именно меня обвиняемым по этому делу было подписано генералом Цингаевским. И выходя утром на заседание Думы, ну есть такое понятие инсайдерская информация. У меня была информация о том, что обвинение накануне подписано именно мне, поэтому 26-го я уже не отзывал свое заявление. Хотя перед заседанием Думы депутаты предлагали мне принять отрицательное решение для того, чтобы я остался в должности, чтобы я мог себя защищать как глава. Ну, наверное, если бы я пошел по этому пути, не исключена возможность, что буквально со следующего заседания Думы, на котором я присутствую как глава, меня бы вывели в наручниках. Экс-глава Сургута в прошлом году выиграл громкий судебный процесс. Ему удалось доказать невиновность по всем выдвинутым обвинениям в превышении и злоупотреблениями полномочиями. После нынешнего заседания о возмещении вреда у Дмитрия Попова есть 10 дней, чтобы обжаловать вердикт. Экс-чиновник примет решение о целесообразности подачи апелляции после консультаций с адвокатами.